Ну что, ты готов? Ага. Тогда поехали. Вперед. Снежок. Вот он, снежок. Мы подъезжаем к нему. Первый? Мама у нас за рулем. И мы заезжаем в снежок. Мы сегодня будем ехать 6 километров. Напомним вам. А я вот в такой вот шапке. В общем, машину мы оставляем на парковке. А дальше мы едем 6 километров. Едем. Лыжная горка, мы спускаемся. Я без палки еду, я обычно с палкой. А вот когда с камерой, там палки оставил. Уедем. Вот такая сегодня погодка. Мы сегодня, повторяюсь, 6 километров едем. Вон уже знак там есть. Там очень много всего интересного есть. Оно мало спускается. Привет! Вперед! Только не до меня! Тормози, Буба! И папа съезжает. Так, я сейчас съеду 6 километров. Все, поехали. Поехали на 6 километров. Пока! Я поехал. А если ты не уроню камеру, я без балла первый раз в горке запускаюсь. Поехали. Спускайтесь. О, папа съезжает. А ну-ка. Папа у нас с двойными палками. И мама едет тоже. Давай, первый раз здесь едем. Ура! Давай. Привет. Здесь вот такое вот опаснейшее дерево, где проезжать. Вон папа уже там проехал мимо него. Оно еще не упало. Очень опасно здесь проезжать, она в любой момент может упасть. Итак, здесь такая дорога, очень опасная, конечно. Она не была уже больше упасть, даже не стоит тогда. Итак, еще не едем. Мы преодолели 6 километров. И сейчас будем пить горячий чай. Фу. Преодолели целых 6 километров. Это было что-то нереальное. На лошадях вся несколько семей цыганских. В общем-то, мы уже подъезжаем к цыганскому табору. Вот здесь мы будем кушать шашлыки. Мы очень устали и проголодали. Вот мы и приехали сюда. Привет! Здесь такой камин. Светится. Горит. Здесь лошадка. Такая картина. Еще всякие. А вот что мы будем кушать. Шашлыки тут. Салазь, девушек. Вот здесь все люди, которые пришли сюда. Это мы уже в цыганском таборе. Мы прибыли сюда. Вот, сейчас будем кушать. Итак, на этом наша прогулка лесная окончена. И мы едем домой. Ну и кому понравилось,
ставьте лайки, лайки, лайки. И подпишись, конечно же, на мой канал Амирвей. Всем пока!